Всем привет! В Steam я скачал новую демку нового хоррора, который выйдет в первом квартале 2024 года. На странице магазина выглядит неплохо, поэтому сейчас посмотрим. О, как всегда, разрешить этот проклятый доступ. Так, сейчас посмотрим в настройках. Там вроде написано было, что есть русский язык. Ага. Русский язык будет, но не сейчас, когда выйдет игра. Но тогда будем играть на английском. Так, нажимаем новая игра. И вперед, ребята, смотреть новый хоррор. Так, фонарик. Е. Взаимодействовать. И фокус камеры. Правая кнопка мышки. Ну что, вперед. Ух ты. Так, сразу громко-то, а? Так. Do you remember, Jennifer? You used to have a happy life here. Темно, страшно. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вроде. Так. Что у нас тут есть что-то? Да нет, вроде ничего не видно. Может, что-то я не заметил, конечно. Блять, простите, не ожидал. Так, страшный темный дом, а? Вот уже страшно мне тут. Так, что тут сверкануло? Закрыта дверь. Чувствую, будет страшно, сейчас испугаемся. Не раз, и я, и вы. Так. Закрыто. Шкаф открытый. Так, что у нас? Так. Код какой-то пока непонятно, да? Это первое мы нашли, наверное, я так понимаю. Так. Блин, все закрыто. Темно и страшно. Да, блин, гляньте. Все двери нафиг. Закрыты. Так кто тут все время разговаривает, а? Так, фигурка льва. А что на мне? Вроде ничего я на ней не вижу. Так, скажу сразу, вот неудобно. Посмотрел что-то, фонарик автоматически выключается. Почему он выключается, я не знаю. Ну, вроде я все здесь посмотрел. Может, что-то пропустил? Пойду на второй этаж. Блин. Да это что такое, а? Что-то мне уже не хочется играть. Жутко. Так, ничего здесь я не увидел. Погодите, что мне тут? А, это окошко. Так. Нельзя тут, по-моему, ни с чем взаимодействовать. Стоп, стоп, стоп. Не-не-не, ничего. Для чего я окно открыл? А, это не окно, это балкон. Нефиг нам там делать. Ну, прикалывайтесь, все двери закрыты. Да вроде ничего. Ну и чё? Все закрыто. Так. Один. А. I used to love using our kitchen. I used to love using our kitchen. I used to love using our kitchen table for stuff. Ну и? Я тут все посмотрел, все закрыто. Где мне ключ найти?
Так, а присесть он приседает или нет? Нет, он не приседает. Значит, там ничего не должно быть тогда. Ключ, ключ, где же может быть ключ? Так, ящики выдвигаются. Пусто, пусто. Так, тогда буду смотреть там еще раз все ящики. Здесь что у нас? Блин. Ничего здесь у нас. Фонарик как-то боком светит. А что если ее как-то взять, разбить? Нет. Блин, опять фонарик выключается. Не, ну так неинтересно, где ключики от чего-нибудь хотя бы? Вот незадача. Так, ну все закрыто. И что мне делать-то тут? Где найти ключ? Что, выходить на улицу там посмотреть что-то? Ну все, я смотрел. Ну ладно, пойду на улицу. Неохота, конечно, идти на улицу, но пойду. Так, а здесь? Пусто. Где может быть ключик какой-нибудь? Ладно. Может быть, это глупая идея, но прогуляюсь. Ага. Нельзя сюда пройти. Блин, окружение и звуки, конечно, стрёмные. Так, Shift-кнопка тоже не работает. Все, туда тоже идти нельзя. Зашибись. Господа разработчики, куда вы ключ спрятали? Где-нибудь есть ключ тут или нет? Ну, должен же где-то быть ключ, а че смеетесь? Так, вот приближаю, смотрю ближе. В кармане. Нету, нету. Нету, нифига, блин, а. Так, еще раз осматриваю. Не найду ничего, тогда буду выходить. Но на столе не вижу никакого ключа. Здесь тоже ничего не вижу. Может, какой-нибудь в вазе. И ограничение опускать вниз камеру почему-то сделали. Я до конца не могу опустить. Так, здесь на столе что у нас? Ключа нету никакого. Поднос только. Но не вижу я здесь ничего. Так, тут внимательно сейчас посмотрю. Нет, ну только это записка, блин. Так, так. Ну и что, ничего мне это не дало. Ничего мне это не дало.
Где ключи? А, так, картину посмотрим, что тут. Ну и что, я посмотрел на нее. Толку никакого. Какие-то ящички, видите? А открыть я их и взаимодействовать я с ними не могу. На столе сейчас посмотрю, что тут у нас. Шахматы, бокал, ручка, блокнотик. Так, ключ, ё-моё. Я взял ключ от кухни. А где кухня? Кухня где? А фиг её знает, где тут кухня. Вот. Так, нашел я ключ от кухни. Так, еще от какой-то комнаты нашел ключ. Как они ключи-то положили, что так сразу не увидишь. Так, куча шкафов. Но в шкафах нету ни хрена. Так, еще картина. Фонд First Password. L86. Подождите-ка, там же надо записывать на бумажечке. L86. Так, тогда надо будет еще ту картину посмотреть. Ну, тоже как бы ничего. Крышки. Все ненужное. Дверь закрыта. Так, где-то здесь была картина, ага. Ну, то ли я слепой, то ли ни хрена не вижу. Ладно, пойду дальше искать, от какой двери ключик. Не от этой. Ага. Это что у нас тут? Туалет, душ. Так, еще взял ключ какой-то. Так. L86. Немного, как бы потихонечку двигаемся. Код находим. Блин, плохое освещение фонарика. Боком светит, еще раз говорю. Это вообще, конечно, не очень удобно. Ребятки, разработчики, надо это подправить. Фонарик должен как бы в центр светить, а не в бок. Я не могу рассмотреть хорошо предметы. О, дверь. И желательно бы сделать, чтобы опускалась ниже камера. Так. Ёб твою. Это что было? Галлюцинация, куда она делась? Фух ты, блин. Конечно, игра напряженная. Я бы сказал, даже достаточно напряженная. Так, есть ключ. В каждой комнате я нахожу ключ. Тут нет никакой картины. Да нет, вроде. Ну, вроде бы я все здесь облазил. Нет, не отсюда. Значит, на втором этаже. Там, по-моему, две комнаты было. Так, картины. Блин. Картины. Нету здесь ничего. Здесь картины не получается посмотреть. Тут тоже нет. Do you remember the lovely tales I used to tell you on sleepless childhood nights? Are you talking about your disgusting tales of smell of burning flesh, broken bones? Так, ключ сразу нашел. Do you remember where you hid when we first met? В общем, ящики, что для муляжа. Ah, such fun times. I have never been afraid of you.
There's my good girl. Сколько же ящиков открыл, ни в одном ящике я ничего не нашел. Так, ни записки, ничего, посмотрите. О, картина. Так, а что тут? Пароль добавился. О. Лево 86, право 99. Так. Потихонечку и добавляем пароли, да? Совсем потихонечку пароли добавляются. Так, где картины? Картины меня интересуют. Картины. Ничего. Так. Остается найти последний ключ от подвала. Вот оно, наверное. Так, какая-то записка. Ничего мне к коду не добавилось. Ну, где-нибудь есть картина тут еще? Есть, но ничего. Ага, вот. Девочка спит. R99 еще. R99 опять. И ничего. Два раза R99 было. Так, вот стоит. Еще. Тоже ничего. Так. Куда теперь? Пойдем. Ну, в подвал, походу-то, да? Ну что, будет какой-нибудь сюрприз? Должна же где-нибудь быть сейчас какой-нибудь монстр опять или что-то. Like, ну, кстати, такой дом где-то я уже встречал в каком-то хорроре. О, блин, хамух. Так. Это что тут такое тут? Непонятно даже на что похоже. Блин, что, закрыть дверь, не закрыть, не знаю даже. Так, 2.25, что тут? Так, L96. Тут качается, а? Так, немного код проясняется. Хм. А я не знаю. А, подождите, два. Стоп. 2.25. Ну, не знаю, конечно. Так. Блин, да это не 2.25. Так. Что открылось? Только я не понял. Что-то где-то открылось. Или упало. Ага, ключ. Maybe you should live here now. Maybe bad people have to live with bad memories. I am not a bad person. Так, сейф. L86.
86, так, влево 86, право 99, L 96. Ну, попробуем теперь. Так, влево 86. Да, долго она. Так, 86 теперь. Что тут нажать надо? Е? Оп, не-не-не, подожди. 86, вправо 99. 99. И... Лево 96. Открыл. О, дад. What did that woman have that mom didn't? Why did you cheat on her? On us? You are a sinner. Fahrenheit tells me to heat the house so you can go to the afterlife in a pure state. What shall I do now? Так, что они говорят, фиг их знает. Все, ребята, я прошел игру. Было страшно, интересно. Ну, вы все видели. Так что всем спасибо за просмотр. Ну и все тогда. Говорится, пока-пока. До следующего хоррора.